Какой народ среди народов Центральной Азии считается самым великим и древнейшим? Существуют разные формы идентичности. Национальная идентичность, региональная идентичность, географическая идентичность, религиозная идентичность, этническая идентичность. В настоящее время мы наблюдаем споры вокруг этого по всей Центральной Азии. Ни в одном письменном источнике не было такого подхода, как мы величественнее других. Мы — хозяева этой земли, а другие — чужеземцы. Однако после обретения независимости каждая республика захотела начать свою государственность с нуля. Да, цель была достигнута. Но добились цели не сами туранцы, а внешние силы. Можно поговорить и о второй книге. Это книга Бабаджана Гафурова из Таджикистана. Узбекская интеллигенция написала свое мнение против Рахима Масова или Рухнаме. Например, свое мнение высказали наши академики, такие как Анатолий Сагдулаев, Эдвард Ртвиладзе, Ахмадали Аскаров. Был великий путешественник по имени Эвлия Челеби, который жил в 1617-1680 годах и странствовал на протяжении 50 лет. Поэтому, если ссылаться на источники, то он не упоминал нас под маленькими именами или этнонимами, а называл тураном или туранцами. Понятие «Туркестан» было внедрено только русскими. То есть под Туркестаном подразумеваются северо-восточные районы нынешней Средней Азии, только Жетису, Ферганская долина и Южный Казахстан. Хотя расписную керамику эпохи караханидов ручной работы можно было в тот период встретить практически везде. Она была широко распространена в Таджикистане. Глядя на карту расположения генов, было замечено, что гены представителей скотоводческой андроновской культуры чаще обнаруживались в генах населения, проживающего в Таджикистане, чем в генах населения, проживающего на территории узбеков и казахов. Ни один ученый, показывая свой объект, не обращает внимания на то, что это храм нескольких общин с несколькими разными укладами жизни, живших в одном регионе. Например, в произведении «Дивану Лугат от Турк» — словарь тюркских языков Махмуда Кашгари, написанном 1000 лет назад, написано, что «не может быть перса, не связанного с тюрком, как не может быть головного убора без головы, на которую ее надевают». Какова характерная внешность туранцев? Не говорится, что это своего рода смешение европейской и монголоидной рас, сложившееся с древнейших времен. Бытует мнение, что именно эта местность и местная погода создали такую внешность.